Всем привет! Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как я готовлю малиновый рай. Этот тортик у нас будет из творога. Значит, нам понадобится полкило творога. Если он зернистый, обязательно его протерите через сито. 150 грамм сливочного масла. Также нам понадобится 200 грамм сметаны. Нам понадобится 100 грамм сахара. Также 200 грамм малины. Я его размешала с сахаром, добавив сюда 30 грамм сахара. Дальше надо будет из малины, из небольшого количества малины, сварить небольшое количество вот такого вот сиропа. В теплом сиропе вы возьмете и растворите 30 грамм желатина. Также в 100 граммах молока придется вам растворить 30 грамм желатина. Желатин брала я вот такой вот. Здесь 50 грамм, но мне пришлось еще 10 грамм добавлять. Можете тортик делать в большой посуде, либо можно готовить вот в таких вот креманочках, либо вот в таких маленьких. Итак, ну и небольшое количество малины вам понадобится для украшения. Значит, что надо будет сделать? Творог надо будет смешать с маслом хорошенечко. Помешаете масло комнатной температуры. Все это хорошенечко размешать. Значит, смотрите, мы размешали масло сливочное и наш творог. Затем опускаем 200 грамм сметаны. Сметану вы можете брать любой жирности. Затем выливаете вот этот наш желатин, который мы растворили в 100 граммах молока. Также вливаем малину и все это хорошенечко размешиваем. Также можно добавить, сразу я добавляю, ванильный сахар, 2 пачки. Также для нашего тортика понадобится вот такое песочное печенье. Здесь я брала 200 грамм. Его надо будет вот на такие маленькие квадратики поломать. И на эти печенья мы будем выливать нашу массу. Затем мы отправим в холодильник для застывания. После чего на застывшую массу мы выкладим наши ягоды малины и будем заливать вот таким вот сиропом малиновым. Теперь высыпаем сахар и все это хорошенечко размешаем. Хотите блендером, хотите, это все сделайте вручную. Затем будем выкладывать эту массу поверх наших печеньев. Теперь это все мы отправим в холодильник для застывания. Итак, как вы видите, мы подержали нашу массу минут 20 в холодильнике, она застыла. Немножко поклали ягоды малины, и сейчас мы будем заливать вот этим малиновым соком, где у нас присутствует желатин. Покрываем ягоды, заливаем, убираем для полного застывания в холодильник и подаем на стол. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!